Начинай. Движение рук рождает музыку. Пальцы Андрея скользят по клавишам. Еще несколько лет назад его кисти были сжаты в кулаки. Страшный диагноз ДЦП и полное отсутствие зрения не стали для него приговором. Пальцы у него были сжаты все. То есть ДЦП, все пальцы были. Мы играли с ним только одними пальцами. Вот этим и вот этим. То есть указательными. Ну и со временем, конечно, он начал расти. Пальцы окрепли, музыкальный инструмент, видимо, дал какие-то плоды. И вот сейчас он играет всеми пальцами. Владислав Александрович гордится своим учеником. Вместе, наперекор всем прогнозам врачей, они освоили инструмент. На первых уроках Андрей даже не мог самостоятельно сидеть. Трудолюбие, упорство, мужество помогли ему исполнить мечту – играть на фортепиано. Мне нравится заниматься музыкой. Я люблю играть аккорды. И арпеджи люблю играть. Это технически. Я тональности изучал. Это любимое произведение Андрея – «Аве Мария». Он может играть его часами. Красиво звучит в мажорной тональности, а в минорной как-то грустно, некрасиво для меня. Он вообще не пускает минор в свою жизнь. Андрей занимается спортом, увлекается историей. Семья подростка им гордится. Гордость, уважение, трудолюбие его. Он очень сильно трудится, чтобы как бы ходил он самостоятельно. На фортепиано он целыми днями играет дома. Андрей любит гулять. Свои первые шаги он сделал в 12 лет. Вместе с мамой они прошли трудный путь. И несмотря на все диагнозы, особенное детство, особенного ребенка наполнено счастьем и любовью. Анастасия Шакирова, Фахри Исламов, Новости НТР.